Так, следующий у нас слайд. Так. DDR Prime. Какие же он имеет похожие на себя продукты из знакомых ранее нам? Вот. Ну что ж, это каскадный ревенол. Это перелиловый экстракт, пожалуй, даже на первом месте здесь будет. И детоксирейт тоже будет здесь, пожалуй, на первом месте. Это Shields Up. И, пожалуй, передвину я ближе к первому месту Life Enhancer. Но из продуктов Сантегра можно добавить еще Экспресс. Тоже хорошая формула. И с некоторыми тоже, может быть, натяжечками. Там некоторые свойства похожи. Это Priority. Бывший легендарный чай. Ну, теперь поближе о DDR Prime. Клеточный комплекс DDR Prime представляет собой патентованную смесь эфирных масел терапевтического класса, то есть CPTG, для здорового функционирования и обновления клеток. Комплекс включает эфирные масла гвоздики, тимьяна, дикого апельсина, ладана, лимонграсса. К сожалению, у нас закралась ошибочка в каталоге, поэтому у кого есть уже каталог на руках, пожалуйста, пометьте там, что в комплексе именно лимонграсс содержится, а не лимонник, как написано. Среди других компонентов это эфирные масла чабера и наоли. Клинические исследования доказали, что данные эфирные масла помогают защитить клетки от вредного воздействия свободных радикалов, поддерживают и обеспечивают здоровое функционирование клеток. Состав комплекса, капсулированного комплекса, идентичен со смесью DDR Prime. И у него есть перед ней определенные преимущества. Комплекс DDR Prime в капсулах несколько легче все-таки принимать. И, конечно же, несомненно, более удобно брать с собой дневную порцию. Вот. Или в поездку вы берете именно столько, сколько вам нужно капсул. Вот. И там уже тоже в карман или в специальную таблеточницу вы можете положить дневную порцию. То есть это простой и удобный способ для употребления смеси эфирных масел DDR Prime в любое время и в любом месте. Напоминаю, что очень важные и нужные всем исследования проводит doTERRA в области онкопрофилактики. В настоящее время в завершающей стадии находится исследование по изучению противоопухолевых свойств смеси эфирных масел DDR Prime и биологически активных добавок с одноименным названием. При их изучении были поставлены очень конкретные и серьезные вопросы. Может ли DDR Prime стимулировать апоптоз? То есть естественную гибель, самоуничтожение поврежденных клеток. Поддерживает ли DDR Prime здоровую реакцию клеток против активных форм кислорода? Может ли DDR Prime поддерживать здоровую экспрессию белка в клетках? На данный момент на эти вопросы уже получены положительные ответы. Научные исследования подтвердили эти возможности смеси эфирных масел и биологически активной добавки DDR Prime. То есть смесь DDR Prime поддерживает здоровое деление клеток и продолжительность их жизни, поддерживает естественную антиоксидантную систему защиты организма, здоровый клеточный апоптоз и регенерацию клеток, и, конечно же, здоровый клеточный иммунитет. Смесь масел DDR Prime может применяться как внутрь, так и наружно. При внутреннем применении для поддержки здоровой реакции на свободные радикалы, для защиты организма и клеток от окислительного стресса, а также при наличии определенных проблем сердечно-сосудистого характера или онкологического характера, можно добавлять 1-2 капли смеси DDR Prime в стакан с цитрусовым напитком, чаем или водой и принимать 1, 2 или 3 раза в день. Курс составляет
от 1 до 3 месяцев, и при необходимости этот курс можно повторить, и даже без перерывов. Это касается уже тех людей, у которых очень повышены риски или есть наследственная предрасположенность, профессиональная вредность, вредные какие-то привычки. Это касается в первую очередь, наверное, курильщиков. Вот. Или же если... И касается также людей, у которых уже выставлен такой печальный диагноз, например, как онкопатология или ишемическая болезнь сердца или сердечная недостаточность. При наружном применении для успокаивающего массажа можно разбавить пару капель смеси DDR Prime с фракционным кокосовым маслом в соотношении 1 к 1 или же 1 к 2. Капсулированная форма смеси DDR Prime принимается по 2 капсулы в день с едой, по 1 утром и вечером. Минимальный курс составляет 1 месяц, а при необходимости или все, что перечислялось сейчас, то такие курсы можно повторять. С перерывами, чередуя их с другими биологически активными добавками или курсами какими-то лечебными, терапевтическими, или же без перерывов. Все зависит уже от конкретной ситуации. Чем альфа-альфа-СРС отличается от DDR Prime? Они, если вот внимательно их рассмотреть, очень-очень похожи по действию. Вот. Но все-таки, посмотрите сейчас внимательно на слайд, как раз вот вынесено это отличие, чтобы не путали. Альфа-СРС содержит запатентованную смесь экстрактов, которые обозначают, которые обеспечивают 4 основных преимущества набора Longevity Life Vitality. То есть это антиоксидантную поддержку, увеличение энергии, укрепление иммунной системы и улучшение памяти. DDR Prime предназначен для здоровья клеток, в том числе клеток нервной системы, иммунной системы. Действия, ощущения и результаты могут быть похожи, но возникают они через разные механизмы в организме. Один продукт может быть более эффективным, чем другой, в зависимости от индивидуального состояния и прочих других условий. Это тоже очень важно понимать, и поэтому я говорю, рекомендую чередовать эти комплексы, потому что доподлинно установить, где произошла поломка, в каком месте иммунитета, это очень сложно, подчас даже невозможно. А вот такое чередование, оно помогает человеку, конечно, поддержать, помочь всесторонне вот, и нащупать именно тот пробел, ту поломку и починить, насколько это возможно.